Нитки забрали, как вариант тоже. Такое возможно. Нет, вот дым не работает. Да, есть шанс. Буду один. Второго я не вижу. Ну, в смысле, больше никого не вижу. Всего и лог. Ну, просто я помню еще с прошлой... с прошлой карты. Гаврила ходил на Иле. Поэтому... Здесь я предполагаю, что он... Ну, в смысле, не предполагаю, а предположил и полетел. Что он на Иле. Надеюсь, что вот из этой атаки будет выходить, и мы как раз его встретим. Он, конечно, не убьется. Нет, не убился. Сейчас самый вариант. Хочет ходить, как я планировал. Да, рули высоты самое. А это не он. А Гаврила где? Рули высоты на Иле — это самая тонкая ниточка. Если стрелять по хвосту, то считай практически сразу, что ты его собьешь. Ну как я понял, еще сам пытаюсь летать на Иле. Постоянно выбивались руль высоты, тяги руля высоты повреждены, и все. И в землю. Чего уже не сделаешь. И здесь можно было наблюдать, как отстегнулись у него. Два РВ сразу. Пытаюсь еще кого-то увидеть. Судя по всему, он был один. Возможно, Гаврила упал или отошел, успел уйти. Тогда на танки, но через трафик. С трафик к аэродрому. Может, еще кто-то будет. Вот так же опять, если сравнить, свяшек 110-ку сложнее забрать, чем с густого ИЛа с подвесами, тем более. Я не ожидал и такую высокую макушку видеть. Думал, если честно, все. Кирдыкович. Здесь вроде бы на трафике никого не наблюдаю. Пойду к танкам. Идет. Судя по всему, это не синяк. Похоже на пешку, что-то большое.